Здесь работаешь? Да. Так все уютненько, с этим фоном. Личный кабинет? Да. Хорошо, круто. Светло. Да, можно одежду положить? Ну, сумочку вот сюда. Ну, это болевушок, может, просто не чувствуешь, может, опасно. Снять обязательно? Да, обязательно. Стесняешь? Да, я врач, я это все просто не знаю. Хорошо. Сейчас нужно это нападать на улице. Такого не было, честно, я не могу до сих пор. Немножко, может, на трухе как-то сейчас, спасибо. Тебе тоже. Да, мне без помогло. Проблем, без проблем. А у тебя парень есть, нет? Парень, муж. Решил сделать это поздно час. Как болит? Нет. А так? Пошевелил, там то сам. Болит есть? Здесь чуть, но так. Честно говоря, не болит ничего особо, так что чувствовал. Я думал, может быть, просто у тебя ушиб, но синяк останется. Ну, я думаю, это не страшно. Это да, все страшно. Надюш, так как у тебя был сегодня сложный день, я предлагаю тебе сделать отличный отправляющий массаж. Как ты на это смотришь? Я, в принципе, как бы против. Сейчас тоже сделать. Не все так быстро. Подготовка. Много у тебя клиентов на массаж? Да, много. Я как бы очень люблю массаж. Сейчас посмотрим, какой ты специалист. А что ты вообще в свободное время занимаешься? Ну, вообще, я как бы особо у меня нет свободного времени. Я человек творческий, постоянно занята. Творческий человек? И в чем проявляется твое творчество? Ну, умение петь. Поешь? Да. Продемонстрируешь? Хочешь послушать? Ты не представляешь, как. А может, тогда будешь делать массаж и будешь петь? Тебе идет так эта форма? Ну, а можно? Ну, сейчас сделаешь мне массажик, я буду петь. Договорились. Как мне ложиться правильнее? Ложись. Тебе виднее? Руки вниз. А обязательно это делать? Обязательно. Я полностью раздета. Песенка, ну не переживай тут так. Ну посиди, подыши. Подыши, подыши. Вдох, выдох. Петенька, Петенька. Не-не-не, сейчас Петенька, все слово. Что это такое? Что ты творишь, сука? Ты что мне изменяешь? Ты что мне изменяешь? Он вам все объяснил. Берите камеры. Это программа. Петя хотела вас проверить, к сожалению.